В течение 2 дней в манеже спорткомплекса «Сибирский нефтяник» соревновались сильнейшие омские представители летних видов паралимпийского спорта. Здесь прошел чемпионат Омской области по легкой атлетике среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата, а также с нарушениями слуха и зрения. Эти соревнования стали первыми для нашего региона в формате отбора на всероссийские старты. Мы поменяли критерии оценки отбора. И считаем, что чемпионаты Омской области по видам спорта, по тем видам спорта основным, где у нас есть сегодня паралимпийцы и сурдлимпийцы, они должны быть отправной точкой для попадания в сборную команду области для начала с дальнейшим выступлением на чемпионатах России. Другими словами, теперь любой омский спортсмен в случае успешного выступления на региональном первенстве имеет шанс выйти затем и на всероссийский, и на международный уровень. Новые критерии отбора едины для всех, независимо от регалий и прошлых результатов. И участникам, и даже призерам паралимпийских игр теперь придется доказывать свой класс сначала на отборочных соревнованиях внутри омского региона. Мы уже прошли уже много через спорт. И тоже нужно людям показывать, что развивается легкая атлетика среди инвалидов из ПОДа и по зрению, и по глухим также. Все чтобы они видели, их привлекать нужно. В программе соревнований стандартный набор легкоатлетических дисциплин. Здесь бег, прыжки, толкание ядра. Не хватает только длинных метаний, копья и диска. Размеры крытого манежа не позволяют. Участниками чемпионата Омской области в 2014 году стали несколько десятков спортсменов. Причем не только омичи. Несмотря на морозную погоду, в областной центр, чтобы выйти на старт соревнований, приехали и представители 6 муниципальных районов. Мы проводим, во-первых, спартакиаду среди лиц с ограниченными возможностями здоровья в рамках королевы спорта ежегодно. Поэтому эти соревнования, один из основных видов в спартакиаде, это именно легкая атлетика. Поэтому показатель того участия, того отношения именно к спорту в целом, к паралимпийскому и сурдоолимпийскому в нашей области. Из победителей и призеров чемпионата области теперь будет сформирована сборная команда нашего региона, которая предстоит отстаивать честь омского паралимпийского спорта уже на первенстве Сибирского федерального округа.